Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми будемо прокидатися в компанії прекрасної тренерки з флай-йоги Ірини Давидової, яка розповість нам про основні асани цього напрямку та їх користь. Доброе утро! Сьогодні я хочу вас познакомить с таким удивительным направлением, как флай-йога. Мы разберем несколько асан и почувствуем на практике пользу от каждой из них. Мы приятно расслабим наше тело, растянем позвоночник и успокоим свои мысли. Итак, начинаем. Мы ставим правую ножку на свод стопы, на узкую часть гамака. Толкаем ее от себя, делаем выдох. Хорошо потянем ножку, возвращаемся. Поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом наклон к опорной ноге. Оставляем левую ручку на полу, вторую поднимаем, скручивание. Возьмемся за нижнюю ручку гамака и растянем все свое тело. Выдох. И возвращаемся в исходное положение. Все то же самое мы повторяем на левую ногу. Ставим ножку в узкий гамак. Толкаем ее от себя, делаем выдох. Медленно возвращаемся, потянемся ручками вверх и сделаем наклон к опорной ноге. Оставим правую руку на коврике, левую поднимем вверх, скручивание. Медленно поднимемся, возьмемся за нижнюю ручку гамака и потянемся вперед, расслабляя спину и чувствуя приятное растяжение в ногах. Сейчас мы садимся в гамак, перешагиваем его, поправляем и садимся удобно. Собираем гамак в узкую ленту на уровне шеи. Вторая ручка вышла за гамак, собрала в такую же ленту и толкаем грудь вперед и разворачиваем голову вправо. Спокойное дыхание, мы чувствуем, как сейчас мягкое скручивание всех отделов позвоночника. Это позволяет снять усталость с каждого позвоночка и расслабить его. Возвращаемся в исходное положение. И теперь мы ноги одеваем в нижние ручки гамака. Мы беремся за самые верхние ручки гамака, за счет сил рук поднимаемся и толкаем ножки в стороны. Распределяем вес тела между силой рук и силой ног. Почувствуем приятное растяжение внутренней поверхности ног. И сейчас мы снова чуть приподнимаемся, сгибаем правую ногу в колени. И чувствуем, как тело разворачивается в одну плоскость. Эту асану мы называем позу героя. Мы возвращаемся в исходное положение. Садимся в гамак и вытаскиваем ножки из ручек гамака. Перешагиваем гамак, одергиваем его. Садимся удобно. Правая ручка собирает у нас гамак в узкую ленту. А левая ручка выпадает из гамака и собирает гамак в такую же узкую ленту на уровне горла. Выталкиваем грудь вперед и разворачиваем головушку влево. И наблюдаем, как у нас лопаточки соединяются, приятно скручивается спина. Затем вернитесь в исходное положение, убирайте ручку и поставьте ножки в нижние ручки гамака. Мы одеваем ножки в нижние ручки гамака, беремся за самые верхние ручки сейчас. И за счет силы рук поднимаемся. И сейчас очень мягко раскрываем ножки. Спокойно дышим, расслабляем ножки. Чувствуем, сколько телу комфортно. И после этого мы медленно снова на руках подтягиваемся. Правую ножку сгибаем в колени. Распределяем правильно нагрузку между силой рук и силой ног. И чувствуем, как тело разворачивается в одну плоскость. Здорово. Сейчас мы выполним асану, которая называется бабочка. Мы ставим ножку поперек гамака, подтягиваемся на руках, зеркалим вторую ножку, выталкиваем локти вперед, чуть опускаем таз, соединяем ладошки в жест намасте и чувствуем внутреннее равновесие. После этого мы можем взяться за нижние ручки гамака, поставить руки вперед и падаем вниз. Раскрываем плечики, спинку, поднимаем таз вверх и наблюдаем, как раскрываются суставы всего тела. После этого мы поднимаемся, опускаем таз и за одну ручку гамака поднимаемся. И можем еще немного посидеть, взявшись за средние ручки гамака. Вот такая замечательная бабочка. Мы ставим ножку поперек гамака,
подтягиваемся на руках, зеркалим вторую ножку, выталкиваем локти вперед, чуть опускаем таз, соединяем ладошки в жест намасте и чувствуем внутреннее равновесие. После этого мы можем взяться за нижние ручки гамака, поставить руки вперед и падаем вниз. Раскрываем плечики, спинку. Чувствуем, как приятно растягиваются мышцы спины и все суставы. После этого мы поднимаемся, опускаем таз. Да, именно в этом гамаке происходят чудеса преображения нашего тела, наших эмоций и наших мыслей. Я хочу пожелать вам разрешить себе утро начинать так, как начали его мы. Растянуть свое тело, расслабить, получить удовольствие от правильного пробуждения своего тела.